Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня 15 августа, понедельник. На часах в Якутске 19:08. Прямой эфир информационно-аналитической авторской программы «Арена событий». Программа для тех, кто хочет знать события в лицо. В студии Владимир Сенюшкин. В прямом эфире мы рады будем принять сегодня ваши звонки по телефону 35-33-10. Его вы видите на своих экранах. Представляю нашего гостя. Заместитель начальника управления ГИБДД МВД по Республике Саха-Якутия, полковник полиции Лев Рабинович. Лев Владимирович, добрый вечер, спасибо, что пришли. Добрый вечер. Лев Владимирович, давайте начнем программу с поздравлений главе республики Егору Афанасьевичу Борисову. У него сегодня день рождения. Давайте поздравим главу. И я надеюсь, что все зрители присоединятся к этим поздравлениям. Егор Афанасьевич, здоровья вам, счастья, всего самого хорошего. Вы разрешите? Пожалуйста. Я хочу тоже поздравить Егора Афанасьевича не только как главу республики, хотя, конечно, я очень рад, что наша передача в день рождения, как водителя с большим стажем и с опытом вождения автомобиля, пожелать здоровья и успехов. Спасибо. А я вот еще дополню. Егор Афанасьевич, хочу пожелать вам, чтобы на дороге, на вашей дороге попадалось бы как можно меньше всяких разных мудрецов, ну, которые своей самоуверенностью, собственно, создают аварийные ситуации, скажем так. Приступим, Лев Владимирович. Ежедневно каждый из нас, выходя из дома, становится участником дорожного движения. Пешеходы, водители, пассажиры транспорта. В этой связи состояние безопасности на наших дорогах волнует всех. Что происходит на дорогах республики сегодня? Да, действительно, значит, каждый гражданин является так или иначе участником дорожного движения. Состояние аварийности, она беспокоит, по-моему, всех наших граждан. И я хотел бы сказать, что по состоянию на сегодняшний день, мы имеем снижение по аварийности, по первой цифре, это по количеству дорожно-транспортных происшествий, на снижение на 3%. По сравнению с чем? По сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как это наша работа, как это принято сравнивать. И, значит, по раненым на минус 2%. К сожалению, рост погибших у нас имеется. Это небольшой, на 10%. И, в общем-то, принимаемые меры дают позитив про профилактике дорожно-транспортных происшествий. Я хочу сказать, что отсюда и количество выявленных административных нарушений, принятие комплекс мер по профилактике дорожно-транспортного происшествия в республике. И выполнение, конечно, как всегда я говорю, это надзорных функций, как со стороны госавтоинспекции. То, что касается по отдельным моментам, но прежде всего я хотел бы сказать, что у нас имеется незначительное, но сокращение на 7%, это количество дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей. Мы к этому подойдем обязательно еще. К этому подойдем. Значит, трассы или трассы, город? Значит, у нас... Можно так сказать, что по количеству дорожно-транспортных происшествий, ну, тут, по-моему, традиция, даже слово не, такое не, нельзя применить. Где больше количество транспорта, где скучность, там и больше количество дорожно-транспортных происшествий. Ну, по идее, город тогда. Да, значит, вы совершенно правы. 48% на сегодняшний день, вот буквально свежая статистика всех дорожно-транспортных происшествий республики, это дает город Якутск. А теперь давайте по причинам. Собственно, вот есть ли какая-то статистика? Ну, пьянство, просто вот действительно статистика. Ну, конечно. Я могу сказать, что порядка 200 тысяч административных нарушений это выявлено за прошлый год. 200 тысяч. Угу. Значит, 200 тысяч, не считая автоматизированной фотофиксации скоростного режима, нарушения правил проезда перекрестка, 84 тысячи. Из такого количества транспорта, которое 320 тысяч в республике и из предела 120 в городе Якутске, это туда входит 300. Мы считаем, что это все-таки много нарушений. Они есть грубые нарушения, которые влекут основной из причин дорожно-транспортных происшествий. Есть, конечно, малозначительные по своему нарушению, но я считаю, как сотрудник госавтоинспекции, малозначительных нарушений не бывает. Все в жизни начинается с малого. И то количество водителей, вот как мы с вами уже говорили, которые нарушают правила дорожного движения, это нарушение скоростного режима,
Ну, даже посмотреть, что федеральные дороги у нас, будем говорить, с твердым покрытием стало больше километражей, это дорога Лена. Это, значит, город Якутск, все мы жители города Якутска, мы видим, насколько он преобразился. Больше у нас скоростных дорог, больше, извините, значит, несмотря на более качественную обустроенность улично-дорожной сети, это разметка, светофорные объекты, у нас, тем не менее, в день происходит порядка 10 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. И, Лев Владимирович, да. Конкретизируем чуть позже. Хорошо. Через 2 минуты вернемся в студию. У нас реклама. Мы вновь в студии. Напоминаю, что в гостях у арены событий заместитель начальника управления ГИБДД МВД по республике Саха-Якутия, полковник полиции Лев Владимирович Рабинович. Лев Владимирович, продолжим. А есть ли какая-то статистика, свидетельствующая о, ну, в пользу того или иного возраста, скажем, да, по правонарушениям? Ну, по нарушениям правил дорожного движения. Если смотреть так по статистике по дорожно-транспортным происшествиям, вы имеете в виду, то здесь, конечно, мы ведем возрастной возраст, водительский стаж обязательно учитывается при оформлении дорожно-транспортных происшествий. Ну, конечно, это молодежь. Молодежь, которая будет более энергично водит автомобили, скоростной режим и несоблюдение. Ну а в состоянии алкогольного опьянения у нас, конечно, средний возраст. Средний возраст в основном. А вот женщин стало больше за рулем. Знаете, ну от этой статистики никуда не уйдешь. Есть и такие факты, и задержание женщин. Состояние алкогольного опьянения, управление транспортным средством, состояние... К сожалению. Но тут можно еще что сказать, что, ну, знаете, что с 1 июля прошлого года у нас уголовная ответственность наступила за повторное управление. Да. Вроде... Кстати говоря, может, поэтому статистика-то... Да, статистика, она... Может чуть-чуть колебаться. Да, колебаться. Дело в том, что у нас на сегодняшний день 614 административных материалов и фактов возбуждения уголовных дел по статье 264 части 1. Это повторное управление транспортом. Понятно. И некоторые уже по третьему разу пошли. Вот тут тоже как-то вроде... Это уже беда, кстати. Это уже, да, это беда, к сожалению. Хорошо, а что делается госавтоинспекцией для борьбы, ну, вот, с управлением в нетрезвом виде? Ну вот конкретные какие-то вещи. Ну конкретные вещи. Я могу сказать, дело в том, что, во-первых, если будем так говорить грубо, что административные материалы практически... раньше только на бумажных, как говорят, носителях, то теперь у нас в полном объеме такая практика, как видеорегистраторы. Это в каждой патрульной машине видеосъемка в момент оформления задержания водителей, что является большим фактором для рассмотрения в суде. А, кстати, видеорегистраторы, я немного перебиваю, они вообще помогают? Да, вот, они помогают, да. Они помогают... В суде учитываются? В суде учитываются, да. И каждый материал, который направляется в суд, а они направляются все, значит, приобщается копия с видеорегистратора запись. Запись эта хранится 12 месяцев у нас на сервере, как доказательная база фактов управления. И как один из... Раньше вопрос был очень такой спорный. При видеорегистраторе есть изменения в законодательном акте, согласно указу президента России. Значит, и все эти доказательные базы в видео, она является фактором в суде. Можно сказать, не решающим, но одним из решающих факторов. То есть судья при рассмотрении, он принимает меры, видя, что на самом деле происходило. Мы начали говорить о видеорегистраторе в плане помощи этого устройства при фиксации. Да, при фиксации. Дело в том, что... И помимо этого, значит, те видео, которые у нас за нарушение правил проезда перекрестков, парковки. Да. Да, они все есть. Вот 84 тысячи, я сказал, это, в общем-то, и если посмотреть сумму штрафа, которая наложена административных, 51 миллион. Ух ты, ух ты. Да, это сумма штрафов, которая
Ну, практически больше половины взыскано. Угу. Это тоже, ну, взыскать целая система, это связано и с судебными приставами, и установление личности, факта управления. Дело в том, что тут особенность при фотовидеофиксации есть. Именно не, я не имею в виду управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, потому что там устанавливается сам водитель. А именно устанавливается правоприменительная деятельность, устанавливается по регистрации регистрационного знака. Потом возникает вопрос, кто управлял и прочее, целый процесс. Лев Владимирович, мы продолжим наш разговор. Давайте примем звонок телезрителя. Это важно. Будьте добры, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос гостю. Здравствуйте. Здравствуйте. Сладышева Оксана Петровна. Я бы хотела знать о поселке Мелиорации. Когда поставят у нас знаки, получается, с автобуса выходишь, да, дети идут в первую школу, растут рядом, садик рядом, и у нас никаких знаков нету. Пешеходного перехода, зебры никакой нету. Вот уже скоро начнется новый учебный год. Какие меры, ну как, будут сделаны по этому поводу? Спасибо за вопрос, очень важно. Вот конкретное место, конкретная, собственно, дата 1 сентября. Значит, конкретное место, ну, я так понял, это поселок Мелиораторов. Да. Значит, ну, я так не могу сказать, где это. Ну, знаю, где это, ну, что там конкретно, но я даю слово, что я дам поручение начальнику. То есть вы на карандаш это берете? ГАИ города просто? Якутска, чтобы этот вопрос рассмотрели. А вообще подготовка у нас начинается к началу учебного года. Вот сейчас давайте сейчас завершим разговор. Я думаю, что мы рассмотрим вопрос и пешеходного перехода, и расположение ближе учебного заведения школы поселка Мелиораторов. Да, есть дети, знак и все. Ну, дети должны. Я не готов ответить, но конкретно за данное место проверим. И я думаю, помощники наши, которые сидят в студии, они запишут данные все. Ну, кстати, спасибо за вопрос. Что вы позвонили и акцентировали конкретно задали вопрос. Да. Мы дадим вам полный ответ и примем все меры. Лев Владимирович, завершая разговор о вождении в нетрезвом состоянии, общество как-то может повлиять на эту проблему? Значит, ну, как общество? Я понимаю ваш вопрос. Все надзорные органы, в том числе и на законодательный, они, на мой взгляд, не решат эту проблему. В том и дело. Да. Пока, значит, общество не пересмотрит в целом все отношение к управлению транспортным состоянием, вообще к употреблению спиртного. Ну, а управление транспортным состоянием алкогольного опьянения, я даже все могу сказать, и я думаю, что все со мной согласятся, это озвучил и президент страны, это преступник за рулем. Это преступление. Да, это преступник. Человек, который не контролирует движущим транспортным средством, любым транспортом, трактором, автомобилем, абсолютно, велосипедом, мотоциклом, абсолютно, эта опасность создает обществу. Поэтому я считаю, что все меры, которые сейчас принимаются и на уровне правительства, и страны, и республики наши, это выделение определенных адресных программ, которые... Это формирование, я считаю, это большое будущее формирование общественных формирований, извините за тавтологию, на которые мы надеемся. Ну, вы уж понимаете, на каждом перекрестке, на каждом углу инспектора дорожно-патрульной службы не поставишь. И воспитание с малых лет, конечно, с детского сада, конечно, школы, и быть личным примером. Лев Владимирович, давайте еще один звонок примем. Будьте добры, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Я хотела вот задать вопрос по улице, на улице Свердлова, напротив Глазной, нет ни пешеходного перехода, ни указателей остановок, то же самое. Есть указатели? Я не понял. Я тоже не понял. Ничего нету там, ни пешеходных переходов. На улице Свердлова, где Глазная больница? Там очень много слепых, невидящих людей переходит. Спасибо вам за вопрос. Лев Владимирович, тоже на карандаш, в конце концов. Мы посмотрим, конечно. И мы дадим вам ответ, как положено. Я не могу сейчас сказать тоже. Давайте перейдем к теме 1 сентября. Все-таки приближается эта дата, она не за горами, чуть-чуть больше 2 недель. Как готовиться к этому дню госавтоинспекции? Ну... Госавтоинспекция к этому дню готовится не только в масштабах страны, комплекс программ. Конечно. Значит, именно то, что касается нас, мы проводим традиционный совместно с Министерством образования, это месячник безопасности дорожного движения, составлен совместный план проведения.
Помимо этого, на правительственном уровне идет тоже подготовка. И комиссия по безопасности дорожного движения, и Министерством транспорта тоже месячник будет. В этом плане предусмотрено обследование улично-дорожной сети, это основа основ возле образовательных школ, расположение дорожных знаков, пешеходных переходов, ограждений, проведение различных мероприятий профилактического характера, связанных с перевозкой детей. Это, и ведь понимаете, у нас... Даже не мелкое столкновение, то мы практически в каждом пятом выявляем перевозку детей без удерживающих устройств. А вот, кстати говоря, по статистике тоже... в сравнении с аналогичным, как мы говорили, периодом прошлого года, с участием детей. Я могу сказать, что по первой цифре по количеству дорожно-транспортных происшествий и по последней цифре по раненым у нас идет снижение. Но по смертности... К сожалению, у нас рост на 100%. Давайте примем еще один звонок, и потом будем завершать. Вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос задавайте. Алло, здравствуйте. 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 Мы проживаем в городе Якутске, меня зовут Татьяна Юрьевна. И у меня вот такой вопрос такого плана. Отрезок улицы Дзержинского до Кольцевой. У нас как бы оно трехполосное движение. И одна полоса у нас постоянно занята в районе строительного рынка, столичного рынка. Стояночные места. Какие-то вообще меры предпринимаются? Затруднения вообще? Спасибо за вопрос. Спасибо. Простите, очень немного времени. Место понятно и вопрос понятен. Да, вопрос конкретно понятен. Я думаю, что ответ мы дадим. Но он, в общем-то, немножко такой вопрос-то. Там стоянка есть. Единственное, что когда обследование улично-дорожной сети, я дам поручение, чтобы посмотрели. Как и нацелим на предотвращение стоянки, чтобы не ограничить движение транспорта. Вопрос, который не могу не задать. Какие советы и рекомендации вы бы дали родителям в преддверии 1 сентября? Ну, советы и рекомендации я мог бы дать очень много, конечно. Ну, в первую очередь, это, во-первых, личный пример. Личный пример. Это особый маршрут движения ребенка в школу. Это научить ребенка, как переходить улицу, не допускать игры на проезжей части, если коротко, значит, перевозить детей только в удерживающем устройстве и пристегнутым ремнем. Это соответствие с законодательством и с правилами дорожного движения. Светоотражающие элементы тоже надо не забыть. Но сейчас у нас и на сумках таких ранцах есть расположены. Есть большие проблемы, прошу обратить внимание, значит, родителей, бабушек, дедушек, это велосипеды, мопеды, мотоциклы, которые создают нам тоже некоторые проблемы. И думаю, что если общими усилиями, то, конечно, предотвратить неприятности с детьми мы можем. Хорошо, Лев Владимирович, наше время истекло. Давайте прощаться. Всего вам доброго. С вами была «Арена событий». До свидания. Спасибо.